47 серия. Приветствую, богиня Дзю. Снежные журавли готовы служить вам. Земли Цин пережили много бед, и без вашей помощи от этих бед не избавиться. Лишь когда богиня Дзю войдет в храм, все крылатые смогут летать. И все города Цин будут жить в мире. Крылатые смогут петь в вышине в лунном свете. Умоляю, богиня, спасите нас от бед. Умоляю, богиня, спасите нас от бед. Юйжань, когда Дзи очнется, мы вместе покинем земли Цин. Асула, я рада, что ты здесь. Но я с вами не уеду. Ты говорил, что ты наследник Циньян и должен вернуться на земли Севера. А я... наверное, должна остаться здесь. Юйжань. Встреча с тобой была моим величайшим счастьем. Пусть мы никогда не будем вместе. При мысли о тебе мое сердце будет радоваться. Богиня крылатых Дзиу вернулась. Пусть прошлое останется в прошлом. Отныне вы навсегда останетесь богиней Дзиу. Теперь не будет ни любви, ни ненависти. Ни богатства, ни славы, ни семьи, ни детей. Начинается новая жизнь. Юйжань, ты уверена, что не хочешь ждать, пока Дзи очнется? Лучше мне не ждать. Иначе я не смогу с ним расстаться.
Понимаю. Асуле. В Наньхуай. Мы трое всегда будем вместе. Вот такими и должны быть земли Цин. Об этом и мечтала Юйжань. И мечта осуществилась. Должно быть, она счастлива. Ты не жалеешь? О чем мне жалеть, если она смогла воплотить свою мечту? Я вижу, ты совсем не тот, что прежде. Асуле, ты и сам уже не тот. Кто же мог знать, что ты выйдешь навстречу Ли Бичену и будешь биться с ним так бесстрашно? Просто тогда память еще не вернулась ко мне. А если бы я помнил больше... Знал бы, что мне есть, что терять. А что теперь? Куда ты направишься? Я беспокоюсь о том, что сказала советник Гун. Если Сяо Джоу увезли в Наньхуай, я должен вернуться к ней. Ты поедешь со мной? Юйжань вошла в храм богини, а я с ней не простился.
Я хочу побыть рядом с ней. Сяо Джоу хорошая девушка. Не теряй времени. Ладно. Тогда я буду ждать тебя в Наньхуай. Юйжань. Я ухожу. Цзие, не оглядывайся. Иначе не сможешь уйти. Вставай! Предатель из знамени мертвым решил прикинуться. Хорошо, если сдох, меньше едоков. Воины ордена ничем не лучше обычных преступников. Вставай! Встать! Орден? Слушайте меня. Никого не заботят, живы вы или сдохнете. Меня их жизни очень заботят. Отпустите их. Смотрите, какой герой. Ты кто? Предупреждаю, не останавливай меня. Взять его! Освободите их. Пожалуйста, смилуйтесь. Я просто выполняю приказ. Если отпущу их, не смогу отчитаться. Тебе не придется отчитываться. Я сам доложу государю Байли. Отпустите их. Отпустите! Предводитель? Си Юань? Вот ваш заказ. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо, что помогли нам. Вы ведь адъютант генерала Ситан. За что вас наказали? И где генерал Си? Предводителю вы не знаете. Но старшая принцесса объявила орден вне закона. Обо мне и дяде узнали. И по возвращению в Нанхуай нас схватили. Где сейчас учитель? Старшая принцесса хочет допросить его лично, полагаю. Его отправили в столицу. В столицу? Предводитель, а вы куда? В Наньхуай. Наньхуай? Не нужно. Там теперь слишком опасно. К тому же вы один. Если хотите, я буду вас сопровождать. Нет. Когда заживут ваши раны, соберите всех воинов ордена. Я придумаю, как нам вызволить учителя в столице. Но до того мне нужно в Наньхуай. Спасти ту, что дорога мне.
Циньян, земли севера. Кто тут? Это я, Хума. До смерти напугала. Ты ведь уже взрослая. А чего паникуешь? Там государь. Он упал с лошади. Он умирает. Дахеса! Подождите! Говорил же я ему не ходить. Какие-то чертовы караульные, ну их. Он все равно решил сам поехать. И чем закончилось? Да, Хэса, нельзя, чтобы Паньда услышал такие слова. Да ветер шумит, так что он не услышит. Нельзя, чтобы государь такое слышал. Нет уж, пусть услышит. Пусть еще и поругается со мной. Да, Хэса. Лекарь, что с моим отцом? У государя посинело лицо и ослаб пульс. Это значит, что кровь не может найти путь к сердцу. У государя болит сердце. Такие болезни в мирные годы редко приходят настолько внезапно. Я неопытен в лечении сердечных болезней, но дам государю травы, которые помогут кровообращению. Это лекарство нужно принимать 7 дней. Он пойдет на поправку, а там посмотрим. Говорите, теперь все в руках судьбы? Государю уже 60. Наши степи неплодородные. Зимой скотина порой от холода дохнет. Пастухи редко доживают до 40 лет. Позвольте откланяться. Спасибо вам. Я знал. Зачем лекарь и лекарство? Вино куда полезнее. Шаман. Что такое, государь? Циньян. Нужен порядок. Я понимаю. Государь, если ты правда умрешь, кто тогда будет пить со мной вино? Бимогань, ты так печешься о государе с первого дня, что нам едва удается его навестить. Расскажи же нам своим дядьям, как государь себя чувствует.
О государе заботится лекарь Лу. И отец поправляется. Так что пока я продолжу руководить вместо него. Почему это? Он сам так распорядился. А есть свидетели? Свидетели? Он сказал это, когда его принесли раненого. Все слуги свидетели. Мне их позвать? А может, все они люди Бимоганя? Ну, значит... Дядя, вы мне не верите? Нет, я не о том. Все, что говорится в тронном зале, может влиять на судьбы тысяч человек. Нам следует быть очень осторожными. Государь все никак не поправится. Наследника он не называл. Наследный принц далеко на восточном. Но нужно, чтобы кто-то занял трон. И я думаю, это решать должен не один Бимогань. Государь еще жив. Забыли о моих войсках? Элу, когда ты одержал победу над племенем Джиньянь, государь на радостях отдал тебе свою конницу. Но сотни лет эти всадники защищали столицу. Ими командует государь. Он отдал тебе свою конницу. И это его право. Но мы не знаем, останется ли эта конница в будущем твоей. Дахаса. Говорят, государь приходил в себя. Что сказал? Что он мог сказать? Сказал, что Циньян нужен порядок. Что раздоры не нужны. Я хочу выйти за стены. Боюсь, в такую метель придут волки. Мэйн Лэйхуэ. В озерах рыба замерзает насмерть. Думаешь, Мэйн Лэйхуэ нападет на столицу в такое время? Не думай об этом. У нас тут другая проблема. Нам страшнее те волки, что грызутся внутри стен столицы. Ладно. Раз речь зашла о командовании войсками, это уже не дело семьи. Если государь прикажет, я не стану держаться за место командующего. Но ваших слов я слушать не буду. И конница, которой я командовал больше 10 лет, не будет слушать. Раз дело дошло до такого, это уже не семейное дело. Похоже, нам придется биться. Тайгер, не испытывай судьбу. О чем ты? Вперед! Сюйдахань, ты сидишь и пьешь? Меч Бимоганя тебе горло перережет. Господа, из-за чего весь спор? Из-за столицы? Из-за конницы? Или из-за трона? Сюйдахань, ты говоришь так, будто пришел с восточного. Яснее. Мне нравится история правителей Восточного. В книгах написано, рожденному в семье императора важнее всего получить поддержку народа. Брат, прости. Но я дорожу жизнью. Хорошо, очень хорошо. Волчье племя. Теперь ты грозишь брату мечом? Немедли! А ну, опустили оружие! Тронный зал, священное место в степях! Того, кто обнажит здесь оружие, Паньда заберет в преисподнюю, в самые ее глубины!
Вы оба грозили друг другу оружием. Потому вино из одного кувшина пить вы не можете. Но сегодня вы должны выпить это. Я видел, как вы оба росли. Бима Гань, ты старший. Сам государь воспитывал тебя. В 15 лет ты был допущен в совет. Ты говоришь, государь доверил тебе управлять страной? Я верю тебе. Сюйдахань, ты хлебнул горе. Твоя мать умерла, родив Гуйму. Ты рос с младшим братом. Бывало, над тобой зло шутили. Но после твоей свадьбы государь отправил тебя биться с великанами в землях Шан. А твоя жена заболела и умерла в столице. Сыновья царя. Один близкий, другой далекий. А вы знаете, почему так? Потому что степи принадлежат племени Циньян. Моя мать была с севера. Во мне волчья кровь. Кто сказал, что править должен чистокровный циньянец? Ваша бабка Циньмату на восточном звалась Семеньи. Да, она пришла с восточного. Когда император Фэньян привел сюда войско и дошел с боями до столицы, в жилах вашего деда, царя Циньдахань, текла бронзовая кровь. Он убил тысячи воинов. Потому войска восточного и остановились. Государи подписали соглашение. Император Фэньянь выдал за Циньдаханя свою сестру Сэнь Миньи. Наши страны могли жить в мире. Ваша бабка с восточного. Ваш отец лишь наполовину циньянец. Отец никогда не говорил об этом. Сюйдахань, запомни. Ты не самый любимый сын не из-за своей матери, а ради политического баланса. Пусть у отца два прекрасных сына, предпочесть нужно одного. Иначе в Циньян уже давно началась бы междоусобица. И наступил бы хаос. Но в этом году, боюсь, ваш отец не доживет до весны. Когда ваш отец очнется, он скажет, кому оставляет свою конницу. Но того, кто станет бороться с братом до решения отца, я лично заставлю поплатиться. Принц, вы, кажется, утомились. Отец болеет. Он все еще не очнулся. Я слышала, говорили, да я и сама знаю, что третий принц говорил в зале совета о делах государства. Но ведь только старший принц может помогать государю. Они вам завидуют. Чертов братишка. Он правда хочет прислуживать этим князьям? Третьему принцу безразличны чужие страсти. Он все время молчит и прячет руки в рукава. Но стоит ему вытащить руку, и в ней будет кинжал. Ты так хорошо его описала. А я какой? Вы великодушный человек. Если станете царем, все будут почитать вас. Но для этого вам нужно будет кое-что сделать. Государь уже болеет довольно давно. Пришло уже время решить, кто станет наследником. Даха соправ.
Государю все лучше и лучше. Верно. Старший принц. Отец. Вы больны, и я не должен вас беспокоить. Но сегодня у меня к вам срочное дело. Если вы не примете решение, боюсь, Циньян будут беспорядки. В чем дело? Прошу, взгляните. Отец, сегодня мне принесли весть, что мои дядья собирают воинов и слуг, желая отнять у вас трон. Это возмутительно. Получив эту весть, я не нашел времени обсудить с вами. Я тут же помчался в их становище с войсками. И убедился, что они вооружили слуг. Хотели убить меня. Мне не оставили выбора. Пришлось приказать убить их на месте. Если я поступил неправильно, прошу вас простить меня. Я сделал это ради будущего Циньян. Если хотите меня наказать, я подчинюсь вам. Мой добрый сын, ты ведь уже сделал это. Чего еще ты хочешь от меня? Вы постарели. Потеряли здоровье. Становитесь теплее, и вам лучше перебраться на юг для отдыха. Я могу позаботиться об управлении страной вместо вас. Мне лишь нужно, чтобы вы подписали указ, отдали мне хвост Барса и назначили наследником. Я позвал всех князей и генералов к тронному залу. Мне нужно, чтобы вы объявили им это. Все остальное я сделаю сам. Обещаю, я, Бимагань, не подведу вас. Не подведешь меня? Почему в роду Пасуэр поколение за поколением повторяется эта история? Подойди. Дай мне взглянуть на тебя. Отец, вы хотите меня обвинить? Обвинить? Зачем же? Подойди. Ты хочешь хвост Барса, так? Подойди. Посмотри-ка. Что за дурацкое лицо? Мой глупый сын. Ты не понимаешь закона степей.
Считаешь, ты достаточно жесток? Считаешь, что нужно торопиться, чтобы стать царем степей? Почему не убьешь всех людей? Тогда никто не станет оспаривать твой трон. А знаешь ли ты, что многие смотрят на столицу, как жадные волки и тигры? Они ворвутся сюда, рассекут твою грудь и вырвут твое сердце, бросят его головам твоих дядьев. Думаешь, ты ко всему готов? Призвал всех посмотреть на минуту твоей славы? Ладно. Я позволю тебе это узнать. Баха. Бери головы. Пойдем со мной наружу. Глядите, вот мои братья, они мертвы. Мой сын Бимо Гань убил их. Молодец. Бимо Гань молодец. Мятежники, поправшие законы отцов, не заслуживают быть циньянцами. В степях нет места для их могилы. Мой старший сын, мой любимый сын, Бимо Гань. Я отдаю ему свой трон. Отныне он ваш государь. Глава Свалета Кулик. Новый правитель земель Севера. Новый правитель? Что происходит? Радуйтесь. Чего же вы ждете? Поприветствуйте своего нового царя. Приветствую, государь. Приветствую, отец! Мой глупый сын, я сделал для тебя все, что мог. Сохрани Циньян. Не допусти беспорядков. Я понял, отец. Отец! 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 Государь! 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 Отец! Государь! Государь! Отец! Государь! 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 Отец!
Государь? Отец, государь. Тян. Пастухи в Циньян говорят, дикие гуси летают далеко, даже через море. Эти дикие гуси летят домой. Асуле, а ты что же? Глядите. Дай денег. Денег, денег, давай. Все, все, хватит. Браво! Браво! Что ты делаешь? Это чьи деньги? Чьи деньги ты уронил? Мои. Мои, это мои деньги. Мои деньги. Что ты наделала? Жуть какая. Идем. Идем, идем. Вы это видели? Меня чуть не задавили. Главное, что не задавили. Обезьянка. Что еще? Чуть не выпустила. Тогда ешьте вы. Ешь, ну. Держи, обезьянка. Эй, Жань. Ёй, Жань. Помогите! Ёй, Жань.